Всем привет! Извините за полумрак, но так будет намного нагляднее. В этом видео я хочу продемонстрировать, как можно запрограммировать два устройства, которые изначально не были совместимы. Сейчас вы видите внизу на стене Xiaomi шлюз для управления устройствами экосистемы Xiaomi. И справа, вот там, его пока не видно, обычный датчик движения, который управляется Arduino через Ethernet протокол. Сейчас, как только я выйду из-за угла, он зафиксирует движение и автоматически запустится сценарий, я его назвал диско, в общем, попеременно будет включаться разные цвета на торшере, вот этом вот, в общем. Так, иди тестируем. Так, вот включилась дискотека. Просто попеременно с определенной задержкой я меняю цвета. Вот, еще я сделал так, что если датчики газа зафиксируют, в общем, превышение, то будет красный свет загораться и так плавно перетекать, в общем, моргать он будет. Сейчас я попробую вызвать отдельно сценарий, так как сейчас с воздухом все хорошо. Сейчас я поставил сценарий, нажимаю кнопку, и вот так вот выглядит, в общем, алярм. Таким образом я вот как бы сам себе доказал и вам показываю, что не обязательно покупать вот такой дорогой Xiaomi датчик движения, он стоит от $10 и больше. Достаточно купить вот такой вот обычный, самый дешевый, 50-центовый или сколько до доллара стоит датчик движения. Использовать Arduino с Ethernet шелдом и как угодно, в общем, интегрировать его в свою систему, и он сможет, то есть этот датчик, по сути, сможет управлять Xiaomi шлюзом. Итак, чтобы все у вас заработало, для начала вам нужно собрать датчик движения, прикрутить к нему Arduino и какой-нибудь сетевой модуль, или Wi-Fi, или Ethernet. Вот, допустим, вы это уже все сделали. Как это делать, кстати, я тоже снимал отдельное видео. И каким-либо образом передаете событие, что произошло движение. Я это делаю по протоколу MQTT. Вот у меня специально создана переменная для него. И она попадает в эту переменную. Получается, что как только происходит движение, она инициализируется в значение 1, и делая проверку на изменение этой переменной, можно понимать, произошел ли факт движения или нет. У меня это реализовано следующим образом. Так, методы. И вот мой метод. Вот, сработало движение, он так и называется. Вот так выглядит анализ движения. Вот я проверяю, если значение 1, то происходят некоторые события. Если зафиксировано движение, и это движение попадает во временной промежуток с 10 вечера до 6:30 утра, то будет включаться ночничок, как я говорил в видео, просто для того, чтобы, я не знаю, видно было, как пройти туда, куда вам нужно. Если же движение происходит утром, то определенный у меня, в общем, сценарий запускается, Good Morning, который называется. И если это происходит днем, то запускается скрипт диско. Вот, сейчас я покажу, как реализован скрипт диско. Вот он. Вот он, вот так вот он выглядит, ничего сложного. Все, в принципе, весь исходный код я залью на GitHub, ссылки на GitHub я оставлю под этим видео, и вы сможете как бы воспользоваться этим кодом, не прибегая вообще никаких усилий. На этом все, в принципе, демонстрация, как управлять сторонними датчиками штатными устройствами от Xiaomi закончено. Подписывайтесь и ставьте лайки.